Всем привет! Показываю, что у нас творится в квартире. А у нас творится хаос. Везде вода. Вот так. Лужи за холодильником. Моргает свет. Все позамокало. Все сырое и грязное. Ванна. Все сырое. Лужи. Везде лужи. Потолок в коридоре. Все капает до сих пор. Кухня. Все залило. На столе. На столе вода, на полу вода, грязь. Потолок обрушился в зале, часть потолка. На столе все сырое. Одна вода везде. Все капает до сих пор. Потолки все сырые. Потолки, стены. Вот так. Выглядит потолок на кухне. Все сырое, по всем стенам все текло и по потолку. Все окна запотевшие. На столе вода везде. На полу везде вода. Лужи везде. Зал. В зале просто хаос. Мы вчера в коробке убрали вещи и перенесли их в зал, потому что до этого кухню часть зала затопила. Теперь затопила весь зал. И вот так выглядит потолок. Вот часть потолка висит на шведской стенке. Потолок весь сырой, сейчас он еще часть потолка обвалится, потому что он весь вон в пятнах везде. Все стены, соответственно, тоже сырые. Вот так, ребята, 21 век. Мы без отопления и с залитой квартирой.